Фёдорова, блядь. Вот эту картинку ты будешь видеть перед глазами бесконечно, бля. Потому что у тебя глаза будут выколоты, бля. Но ты будешь жива, старая, уродливая, не шмара, а тварь. Вот эта картина, она заготовлена для себя. Вот это твоя башка. Точнее, твоих детей, блядь. Пусть подойдут ко мне, блядь. Я сяду и буду молиться. Пусть поближе. Не бойтесь. Я безобиден, блядь. Я безобиден, нахуй. Сука ебаная. Пёдорова, блядь. Я безобиден. Я даже твою машину ни разу не тронул. Смотри, кого я рисовал. Ван Гога. После того, как ты уничтожил моих детей. Пёдорова, блядь. Тебе не пизда, а твоим всем... Всему твоему отпрыску пизда. Знаешь почему? Потому что ты считаешь меня гоем, а себя считаешь богоизбранной. Это известно всем. Ты притворяешься, ты мимикрируешь. Поэтому тебе пиздец. Ну тебе не пиздец. Но Иисус тебя покарает, блядь, сука. Тем более мне эти Рельжин Валента не продали. Обманули, блядь. Сука, я сейчас позвоню им, узнаю, что они меня обманули. Обманули меня. Вот смотри, что мама скажет. Тирелиджен Валента, нерлептик, меня не продали, обманули, говорю, в четверг привезут, продали кому-то другому. Как это понимать? Да, у тебя же были. Так кончились, 50 таблеток всего. 3 раза в день надо принимать. Три раза в день, и то меньше. Я не помню, месяц где-то. Обещали в четверг привезти, ни хрена. Ты к нам ходил? Да. А почему они кому-то продали? Я не знаю почему, блин. Что так, видишь, какая фигня. Поэтому я полез на крышу. Сколько стоит они? 908, но там стоит дешевле. У нас? Там по заказу дешевле стоит. Где там? Я заказывал с сайта Красноярска. Скажи, так, и чё теперь? А как они могли продать твои таблетки кому-то другому? Да хрен знает. Ну так, для того, чтобы я залез на крышу, так. Потому что хрен знает. По-другому мне объяснить, блин. Так и чё теперь? А теперь уже ты не сможешь заказать? Я не знаю, нужно позвонить им. Позвони. Давай позвоним им. У меня телефон разряжен. Я все записывал, как я на крыше ходил, ебашил там, блядь, все. Сука. Вот это вот. У меня даже нет злости на ту шмару, которая напала на меня. Она добрая девушка. Мне ничего не жалко. Ну, ебать. Да даже не стал бы ее ебать. Пусть бы у меня убила, блядь. Лучше бы у нее нож был. Чтобы она меня убила, блядь. Она убьет когда-нибудь кого-нибудь, менты. Вы не ищете настоящих преступников. Вам похуй? Вы не думаете, что вашего ребенка может эта мразь уебать ножом в автобусе среди 40 людей, блядь? Не думайте. Эта мразь, она опасна. Она опасна. Она опасна. Она опасна. У нее в голове только секс. Ебля и агрессия. И все. Почему вы не задержите ее? Почему вы не скрутите ее? Когда она будет с ножом в автобусе нападать на людей, что вы будете делать, а? Как вы будете защищать людей? Никак, блядь. Там могут ваши родственники оказаться. Это же пиздец, блядь. Вы должны ее поймать. Менты, поймайте ее. Поймайте ее. Узнайте ее все лично, все про нее узнаете, все данные, блядь. Почему вы ловите художника безобидного? Она без предупреждения нападает. Я никогда ни на кого не нападаю, блядь. Я пьяный. Я честно говорю сейчас. Я пьяный. Вот какой я пьяный. Я очень агрессивный, да? Саша, они же должны перед тебе позвонить и сказать. Ваш заказ пришел. Вот, короче, аптека, заказать, фармация. Ну? Звоню. Ну.
Звоню. А что ты лег на пол? Да я просто, это мне так удобно. Я в своей квартире на пол ложусь всегда. Проветри, у тебя тут пахнет. Алкоголем? Да. Звоню, не берут трубку. А, сейчас отключу этот режим полета. Аптека, заказать, фармация. Давай. Окей. Смотри, я себя порезал. Сдурел, что ли? Это чтобы доказать Ксении, что это серьезно. Саша. Что я не просто слова говорю. Я не поняла, почему они по фамилии не продали это самое. Да, блин. То лекарство это. Да я не знаю, просто им, потому что это россияне. Россияне, как и мы. Нет логики. Нет логики у россиян. Все, меня это достало. Здравствуйте, я Александр Алёнин, заказывал нейролептик Тирлиджен 50 таблеток в Железногорск по Андреева 3. Сегодня должны были прийти. Ну, я пришел вечером, как мне сказали, и они сказали, что они кому-то продали их. Кому-то продали? Что, я сказал, можно я пойду тогда, когда вы закрываться будете? Они сказали, нет смысла. Позвоните им, спросите, куда делся. Потому что мне плохо без нейролептика. Как они имели, какое они имели право продать свои лекарства? Они просто сказали, нету нейролептика, что его продали кому-то. А мне плохо без него. Да. Вот, на. Сейчас. Громкий сделай.